Всем привет! Вы на канале Лина Лори, меня зовут Лена. Показываю наших щеночков. Это щеночки Папильона, оба мальчика. Им исполнился один месяц, они родились 12 января. У нас уже прошла первая обработка, все по графику. И вот я вам решила их показать, потому что их сейчас уже можно резервировать. Переехать в новый дом они смогут после 12 марта, тогда уже будет сделана прививочка. Если вам кто-то из них понравится, пишите обязательно в сообщение. Также внизу указаны ссылки на наш Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, где вам удобно, в любых мессенджерах мы есть. Ну что, начнем? Вот наши малыши. А родились они не без приключений. Ссылка сейчас будет вверху. Посмотреть их можно, как они родились. Ну, не как они родились, а как они выглядели на второй день. И я рассказываю всю историю, как они появлялись на свет. Один мальчик у нас без хвостика. Вот у нас два брата сидят. Тот, который сидит повыше, у него нету половины хвостика. И он такой маленький, коротенький, но не менее симпатичный. Вот у нас мальчик такой красивый. У обоих мальчиков ушки будут стоять. Сейчас, так как возраст еще маленький, ушки не встали. Но буквально к переезду, я уверена, наши ушки у наших собачек стоят хорошо. Мы их не подклеиваем даже. То есть это очень редко бывает, когда нужна подклейка. Хрящи хорошие. Вот сейчас я вам сниму видео. За уши дергать их не буду, но лежа можно посмотреть, какая мордочка будет, когда ушки встанут. Вот первый мальчик. И второй мальчик. Вот такие вот ушанчики. Собака, порода называется Папильон, собака-бабочка, поэтому у них по породе большие красивые ушки. Ну вот, дальше я просто поставлю музыку. Можете посмотреть, как они играют. И там будет видно на видео, какой мальчик с коротким хвостиком, а какой со стандартным.